Так, вот включать, выключить-то я хотел выключить на другую трансляцию, но уже замигала у меня лампочка красная в камере, что надо заряживать, подзаряживать аккумулятор в камере. Эта процедура занимает около 3 часов. Но я подзаряжу немножко и потом через несколько минут включу другие трансляции, пока еще утро и птицы распевают. А потом уже установлю зарядку аккумулятор на несколько часов и трансляции прекращу. Перерыв.